Я вас категорически приветствую, друзья. С вами Федор Сумкин на канале Федор Сумкин. Очевидно, но правда. Продолжаем играть в Hard Time. Проходите его. За нашего синего чувачка. Синебородого. Так. Произошел такой некий конфуз. Играю я, значит, играю. Видео уже накопилось на 3,88 мегабайт. И, значит, замечаю, что точки-то моей нету, что я просто-напросто играю для себя и говорю впустую. Получается, я ничего такого не сделал. То есть, я даже видео не сделал, собственно говоря. Хотя, по идее, должно было. Я не знаю, программа постоянно выдает мне какие-то ошибки. Или куда-то пропадает во время записи. Вот, надеюсь, сейчас не пропало? Нет, не пропало. Блин, у меня горло болит, ребят. Так что голос, может быть, иногда немножечко проседает. Как FPS. Так что, если вы сейчас увидите кое-что, не удивляйтесь. Да, я, короче, нашел лопату и прокопал, короче, проход прямо вот на улице. Прикиньте, прямо из тюрьмы на улицу. Я реально тут этого такой, нифига, на улицу прокопал проход, вообще хорошо. Здорово, мент, как дела? А, я тебе сейчас прыгну. Жбан получи. На. О, плюс репутация. Ребята, репутация. Это вообще хорошо. Да ладно, уже убил. Блин, у меня походу сила. Сколько у меня сила? Да нет, сила маленькая, всего 52. У меня даже репутация больше. Хотя обычно у меня все наоборот всегда было. Опять Шелдон Купер бегает. Господи, да какая тебе разница? Даже в тюрьме не был. Два мента с пистолетами, да ладно. Ух ты, блин. Давай, ползи. Ползи, ползи, Федор Иванович. Да полз, молодец. Как тебе в лицо попали, скажи мне. Да ладно. Вы издеваетесь надо мной. Сейчас мне еще дней припишут. Ну отлично, ребят, просто замечательно. 105 дней, сейчас будет еще больше. Да, да, да. Ну, кто победил? Да ладно, нет, я победил. Понял. Мы с тобой еще разберемся, братан, разберемся. Так, нигер какой-то. Да, он умер. Line of Duty. Что такое Line of Duty? Так. Что мы тут можем сделать? О, здорово. Так, ты из рестлинга или ты из ходячих мертвецов? Ты откуда? Придите, братан. Так, водичка, мне нужна, спасибо. Твоя она будет, когда у меня... Ну, вы поняли. Нет, я не это хотел нажать. Да нет, ну что вы. Отдай воду. А воду отдай, скорю. Ух ты, блин, воткнул. Ну не воткнул, но... Блин, что-то после меня какая-то потасовка началась. Все друг друга бить. С кем ты там говоришь, там никто не звонит. У них реально какая-то фобия по телефону. Прям паранойя, они прямо ходят и прямо трубку, прямо, я не знаю, просто... Не знаю, это не я. Вот, прямо, не знаю, прямо ходят к этим телефонам, постоянно слушают их, хотя никто не звонит. Ребят, вы какие-то странные люди. Так, давай, блин, а где водичка? Алло, водичка где? Так, я не понял, куда делась моя водичка. Так, мы в каком блоке? Так, мы в северном блоке. Но я думаю, что в сортире будет лежать какой-нибудь хапчик. Все возможно, ребятки, все возможно. Да, на основе, короче, тюремщик. Это женщина. Женщина в тюрьме. Причем красивая, кстати говоря. Ну, не такая красивая, как хотелось бы, но все же, хоть что-то. Новый заключенный какой-то бородатый мужик. Хорошо. Ты ж тупак. Ты меня это так-то подстрахуй, если что. Да я смотрю, у нас по блоку тоже бегают нормальные такие бабенки. Так, я, короче, очнулся, потому что сейчас хавчик будет. А хавчик — это дело такое. Хавчик после побега никто не отменял. Здорово, ребят, здорово. Да-да-да, новый этот самый. Слышь, как я выгляжу для хавчика? Нормально. Всяко ж нормально выгляжу. Так. Немножечко поправить. Да, хавчик. Так, он, кстати, дыра, которую я прокопал. Я про нее вам говорил в начале видео. Это она. Да, я понял. Так, плюс репутация, это уже очень хорошо. Не плачь, братан, все нормально. Тюрьма такова.
Бедняга упал. Так, говорим, что кола, она, короче, восстанавливает мозговую активность. Кола и шоколадка восстанавливает. А там пицца, бананы, окорока и так далее, она, короче, восстанавливает жизни. Вода тоже восстанавливает жизни. А пиво, наоборот, отнимает. Зато восстанавливает мозговую активность. Или наоборот. Хотя не помню, короче. О, плюс один интеллект. Давай мы, короче, это. Я не понял, почему мне прибавился интеллект. Из-за того, что ты побазарил с каким-то плотском, мне прибавился интеллект. Ну, вообще нормально. Ты же меня не будешь бить? Не будет, он смирный человек. Ребят, куда вы все бегаете? Сядьте нормально и поешьте. Кстати, я тоже могу сесть. Почему-то не сажусь. Так, вон там свободный стул. Давай мы, короче, возьмем водичку. Посидим, попьем и понаблюдаем за происходящим. Так, там, короче, 2 гея. Так, мужик со штангой спит, явно качок. Какой-то новый зверь. Самый охранник, которого я раньше не видел. А, нет, я его на улице, по-моему, видел. По-моему, это он меня повязал, нет? Нет, меня повязал в первый раз нигер. Ну, давай. Блин, воды так много в этой бутылке, я просто офигеваю. Так, здесь что-то... Так. Алкоголизм, что? Какой нафиг алкоголизм? О, у меня жизни все восстановились. Или это я их только что восстановил? Братан, ты мне что-то хотел... Ты чё? Я ж тебе ничего не сделал. Проблема? Да я его даже не бил, а то он меня ударил. Ты чё, дурак, что ли? Кстати говоря, меня потрепали, мне нужно выпить колу. Заодно... Кола, она тоже восстанавливает, кстати, жизни, но... В основном она восстанавливает мозговую активность. А, все, понял. Ты стоишь между стулом и мной. Спящая бабенка, вы же понимаете, что надо делать? Правильно, надо взять мяч. Мяч. Подойти к ней. И со всего размаха пнуть ее. До крови. Да ладно, я пнул, у нее кровь откуда-то появилась. Слышь, давай поиграем, лови. Блин, да что ты не ловишь? Мы же в гандбол играем. Так. Давай мы, короче, съем шоколадку. Да шоколадку возьми. Да не окорок. Че, он в туалет хочет? Блин, он в туалет хочет? Да куда ты сел? Ты сейчас на стул. Натеренькаешь. Давай, давай, мы успеем. Давай, мы успеем, успеем, успеем. Давай, давай. Отлично, давай, вот уже... Все, вот сортир. Да ты сейчас писюнкаешься. Давай, да хватит. Я знаю, что к нам новый приходит. Это же тюрьма. Тут постоянно кто-то новый приходит. Фух, успели, ребята, просто... Мы сейчас были на грани просто вот срыва самого натурального. Better Zitzen, что? Я вот не понимаю, мы играем то ли на английском, то ли на немецком, потому что Better Zitzen, Zitzen это вообще немецкое слово, это сидеть значит. Я-то изучаю немецкий язык, и это знаю. Но Better это лучше. Хотя Better это немецкое, лучше на немецком будет Besser. Good, Besser, I'm best. Так. Вот куда трубка делась. Так, давайте, короче, трубку вернем. Дай-ка мне трубку. Все. Была трубка, нет трубки. Ребята, я вам, короче, трубку возвращаю. Вы мне давайте деньги и освобождение из этой тюремки. Тюремщины. Я тут 105 дней сидеть не буду. За что? Это охранники виноваты. Так, мне нужно раздобыть где-то деньги, потому что опять в долгу. Опять у меня минус 25, ну... Не знаю, сколько. Спасибо, что... Чё ты от меня хочешь? I'd love to get know her better. Там, по-моему, если нажать I'd love you her, там что-то такое, там, по-моему, минус опять будет репутация. О, все, я вернул трубку телефона. Только попробуй еще раз своровать. Знаешь, где я её нашёл? Вот не скажу. Сам будешь искать. Так. Мне интересно, можешь с этими автоматами взаимодействовать? Нет, он как в Manhunt, тоже размахивает руками, не понимаешь, что происходит. Ну, конечно, да. Ну, а что же еще? Так, что имеем? Спасибо, что... Да ладно. А ты охранник? По-моему, охранник. А, это же новенькая. Ну, вообще хорошо. Так, опять драка. Блин, а почему я не могу стать охранником? Там, типа, я не знаю, какой-нибудь мод игры, типа, поработай за охранника, все так, ну, все такое, короче. Там же, типа, когда персонажа создаешь, там же есть одежда охранника. Для чего она нужна, непонятно. Все, хватит.
Так, опа, сишка. Ну ладно, не буду брать уже сишку. Ребят, вы так классно спрятали мотоцикл. Я просто умираю. Рон-дон-дон. Так. Мотоцикл, это, конечно, хорошо. Давайте в Чапеллу сходим, или как она там? Так. Доминатор, терминатор, шерминатор. Короче, вот такие вот дела. Так, по-моему, что-то можно было делать. Тут, по-моему, как-то можно было то ли молиться, то ли... Ты офигел, что ли? Джейсон Вурхис. Ты что тут забыл? Алло. Блин, главное, что Майкл Джексон тоже мне втащит леща такого смачного. А Бэйн тут вообще ни при чем, ни при делах. Блин, у меня еще где реальность. О, вот это я понимаю. Вы же меня не будете втыкать? Нате, кастетом. Чё-то я, по-моему, так сломал. Такой звук был смачный. У тебя проблемы, я убью тебя. То, что ты убийца одного из самых популярных фильмов ужасов, это не значит, что ты меня убьешь. Я синяя борода, пират морей. О, заплакал. Так, где звонят? Телефон где? Бэйн, у тебя? Я же говорю, Витя не молится, короче. А, или это самое, как они... Гляньте, его уже Майкл Джексон бьет. Я ему что-то сломал, что ли? Ты подофигел, браток? Майкл Джексона, блин, я не понял, тут Майкл Джексон, походу, против всех. Он, типа, умер, типа, я умер, вот вы тоже, типа, умрите. Мне одному там скучно. Да ладно. Я его на прогиб кинул, и, походу, ща воткну его. Так, давай-ка кастет. Давай мы этого, короче, замочим до конца уже. И такой, сы! Ты должен сейчас находиться в другом месте, Майкл Джексон, не здесь. А, он все, он лег спать. Вообще хорошо. Ему вот набили морду, он лег спать. Братан, кому, что ты можешь? Вот как ты можешь? Скажи мне, пожалуйста, я сам хочу так делать. Так, давайте мы тоже, короче, поспим. Сегодня поспим не в нашем блоке. Поспим сегодня. Я хочу поспать здесь. Типа что? Нет, я сплю. Я пришел сюда первый. Минус одна. Плюс одна репутация, ребята. Так, главное сейчас не упасть. Чё? У тебя рука... Куда ты меня пустил? Блин, меня сейчас победит инвалид. Гляньте, у него с рукой проблемы. Да встань ты. Блин. Я ему чистую уже рожу набил, вообще хорошо, гляньте. Хотя как он чувствует боли? Хотя, блин, чувствует... Я же ему кастетом по маске бью. А ему, походу, больно. Скажем так. Так, ладно, он пока тут будет подниматься и корежиться от боли, это пройдет время. Да, он уже на 2 часа. 3, 4 часа не может подняться. 5 часов. 6 часов. Блин, да где телефон звонит? А, вон лежит, все, нашел телефон. Все, уже не звонит. Ладно, давайте мы, короче, поспим еще, потому что через 40 минут вставать. Отлично, мы с вами наспались, жизни у нас полностью полные. Иди ты нафиг. Ты сфига ли стул сломал? Блин, надо, короче, ребята, надо поставить задачу. Мы, короче, с вами должны ушатать Джейсона и должны ушатать Майкла Джексона. Мне кажется, Джейсон сейчас сам ушатается из-за своей неаккуратности, скажем так. Нифига себе, ты меня кинул! Я больше его раза в два, он меня кинул просто, как будто я ребенок какой-то. Грудничок. Сволочь. А туалетной бумажки не хочешь? Так, давайте мы, короче, разберемся с Джейсоном. Потому что мне кажется, что этого труда особо составлять не будет, потому что он уже почти помер. А вот с ним будет посложнее. Он сопротивляется хорошо. О, я еще им сломал этот самый. Нифига себе, мне инвалид наваливает. И тут есть у меня Дарт Вейдер. Дарт Вейдер, ребята, это астматик. Вот прикиньте, мне астматик бы набил морду. Вот это то же самое. Так, я... Так. Мне не нужна твоя помощь. Что? Наоборот, нужна. Я тебе, глянь, как помогаю.
Я одного гада бью, и второго. Минус репутация, да я ему по пузу дал. Да иди ты нафиг. О, другое дело. Да помри ты уже, ты уже задыхаешься третий или четвертый раз. Не хочет помирать, жизнь все хочет. Блин, у меня репутация 81. 81, ребята, меня все равно кто-то еще умудряется бить. Я что, скоро королем преступного мира буду? Ну, королем преступной тюрьмы. Так, короче. Блин, я не хотел тебя кидать. Я не знал, что у меня кастет в руках. Отлично, теперь против меня еще и Бэйн настроен. Плохо. О, меня не разыскивают. Уже хорошо. Так, походу у нас новый охранник, да? Армсонок. Еще один... живой, который давно должен был умереть. Ну, Тупак, ну что ты делаешь? Вот скажи, ну что ты делаешь? Ты находишься рядом с моей... Нифига себе, глянь. Вот это гопник, вот самый настоящий гопник. Просто подошел и взял. Как будто это его. А может реально его? Может он просто Шакуровым ножик поиграть давал? Чик-чик-чик, и все. Там судья Дред ходит. Если правильно помню название. Так, 10:38. Так, хавчик будет только через 2 часа. 2 часа 20 минут. Нам надо, короче, где-то побегать еще эти 3 часа 20 минут. Ну, уже 3 часа 10 минут. Когда я вернулся, там, время, это может только что... Блин, я не успеваю нормально прочитать и перевести. Вы не думайте, я английский знаю, в принципе, неплохо. Но просто такие выражения я не очень хорошо знаю. Блин, автомат. Если я его сворую, то такая фигня начнется, ребят. Такой кипиш, я просто буду офигевать. Так, мы, в принципе, с вами редко бываем в восточном блоке. Мы с вами обычно бываем часто в северном и в западном. Так, эй, ты, короче, что-то хотел убить этого самого. Он был моим хорошим другом. Так я же вроде не убивал, что был-то? Есть! Не ошибайся, братан. Так. Там гараж, там, по-моему, воркшоп. Ну, вот это, где мы с вами чинили и зарабатывали деньги. Кстати, о деньгах. Надо еще чем-нибудь починить. Опа, кто-то чизбургер приныкал. Он лежит под кроватью. Это тоже хорошо. Так. Давайте, короче, пойдем сожжем чизбургер. В принципе, можно повытирать пол и зарабатывать. Он, короче, при сколько там... Не знаю. Он, короче, зарабатывает при вытирании пола 5 бабла. Ну, 5 долларов. То есть мне 25 раз так вытереть пол. Но, блин, он, когда вытирает пол, он при этом еще теряет репутацию. А я репутацию терять не хочу. Я, короче, ни разу еще в библиотеке не был. А там на карте еще помечена библиотека. А вот и, кстати, библиотека. Скуденько, скажем так, ребят. Так. Нет, давайте, кстати, без... в библиотеку сходим во в другой раз, потому что мне надо сейчас, ребята, идти в столовую. Я говорю, завтрак или обед? Никто не отменял. Так, тут еще морковка есть. Запомним это место, потому что тут приныкано много всяких хороших вещей. Опа, еще один чизбургер. Так, новый охранник в южном, в этом, каком-нибудь, восточном блоке. Ах ты, блин, новые охранники. Ладно. Так, давайте мы немножко подождем. Так. Ну, пойдемте. Ну-ка, что они дают? В принципе, как всегда. Пиво, бананы, окроки, окрока, точнее, вода, пицца, чизбургеры, яблоко и пепси. Так, шоколадка с морковкой. Мощно. Ребята, она умерла. Гляньте, она умерла. Она не дышит, смотрите. Она просто не дышит. Она мне даже отпора не может. Ай, только замахнись на меня ногой, тебе замахнусь. Блин, слышь, охранник. Ой, Брюс Ли охранником стал. Так, мясо за 12 баксов. Ну, конечно, тебе его продам. В принципе, продавать нормально. Ты же мне руку пожмешь, типа, я тебе продал. О, все, ребята, у меня новый корешан появился. Плюс одна репутация. Так, отлично. Сколько у меня уже корешей, кстати, я давно не считал. Вот, по-моему, он мой кореш сидит. Да, я руку ему поднял. Так, типа, здорово, братан. Потом, вон он мой кореш с покореженным лицом стоит. Потом у меня где-то был... А, вот еще один мой кореш. Да, да, мой кореш. Тут, по-моему, можно было как-то отношения заводить. Если я правильно помню.
Но это очень сложно. Тут, по-моему, сами они должны подойти. Тут самому вообще ничего делать нельзя. Они сами к тебе подходят и, короче, сами что-то предлагают. Так, давайте пивка, короче, выпьем. Пивка для научного рывка. Так, плюс одна репутация, это уже хорошо. Это просто замечательно. Слышь, там кто такой умный? О, это ты правильно. Блин, сколько что-то этого пивка. В смысле? Вы сами его сюда положили? Блин, ребята, не убивает ваша логика. О, плюс репутация. У меня эта логика просто-напросто вот убивает. Они сами кладут пиво на стол, а потом запрещают мне его пить. Ну как так можно? Скажите мне, пожалуйста. Ты же меня не будешь бить, ты же моя подруга. Ох ты, ребят, мы набухались. Все, мы уже в слюне, гляньте. Сейчас мы драться не сможем нормально. Ну конечно, ребят, мы просто-напросто набухались. И опять нас отвели в тюрьму. Из-за того, что, повторяю, я всего лишь хотел выпить пивка. Для научного рывка. Они сами его положили на стол и запрещают его пить. Не понимаю, почему? Это как, например, купить какую-нибудь шоколадную фигурку и поставить ее, типа, как украшение там дома, все такое. Но это шоколадная фигурка, ее же есть же надо, она же шоколада. Так, кто победил? Офицер Баг. Ну ты делаешь, ты постоянно багуешь. Или ты офицер Сумка? Ты с Сумкой не делай. Я Федор Сумкин, ты так не делай, братан. Сколько мне приписали, там не видел. А, мне один день приписали. Ну что, один день это один день. Ну, в принципе, я же действительно какого-то особого преступления не завершал. Я всего-то выпил пиво. Пиво, которое они специально положили и запрещают пить. Я вот не понимаю, неужели вот тут никто не живет в этой самой клетке? И вот тут я не понимаю, кто живет. Тут вообще, по-моему, все живут. У них тут и бочка, и стул, а вот кровать только у меня. Ну, давай, закрывайся. Может, тебе мешает кровать? Давай, короче, я отнесу ее. Так, ты, конечно, мой братан, я все понимаю, но... Камера моя. Давайте закончим на этом. Такая вот серийка получилась. У меня и насморк, и горло болит, но что поделать. Так что давайте, подписывайтесь на канал, ставь лайк, дизлайк, напиши комментарий, расскажи друзьям. И я с вами категорически прощаюсь. Все, всем пока, в следующей серии.